из депутатов, вот кого-то знаете, городская дума, областная, а вот можете назвать? Не. А вот своего депутата знаете, где вы живете? Конечно, нет. А кого-нибудь вообще какого-нибудь депутата? Кого-то не знаю. Нет, не знаю. Ни областной, ни городской дума? Нет. А вообще не интересуюсь вообще. А какого депутата вообще можете назвать, кого-то вспомните? Писной. Занимался или занимается до сих пор жилищным хозяйством Саратовской области, это все. Ну и то, это лет 5 я вот слышал, что он, у него своя фирма была, я слышал, что он также, он как депутат участвовал везде во всех сессиях так называемых. Все, больше фамилий не назову никаких. Знаете ли вы кого-то из депутатов в том месте, где вы живете? Нет. Ни городская нет. дума, ни областная? Нет. А вообще, вот какие-то имена можете назвать? Ну я не знаю, Вячеслав Володин, наверное. Больше никого не могу назвать, нет. Просто кого-то из депутатов знаете вот по месту жительства? Можете назвать фамилию? Антонов Алексей Васильевич. Еще? Ну, вы, наверное, единственный, кто... Исаев Михаил Александрович. Многие знаю. Знаете кого-то из депутатов? О, нет, нет. Вообще никаких фамилий? Нет. Знаете кого-то из депутатов? Городской? Нет, совсем не знаю. Вообще никакой. Ни даже ни не идти. Ни одной не назову. Панков знаю, слышал. Ну. А кто? Какая дума? Городская, областная, знаете? Городская, областная? Мне кажется, городская вроде бы. А может и областная. Сейчас а вот там, где живете, по месту жительства кого-то знаете? Ну как бы, кто ваш депутат? А, по месту жительства моего района именно? Нет, не знаю. Ну, в смысле, видел какие-то, да, листовки, как говорится, в каком-то. Но нет. Фамилию какого-то депутата облдума назовете? Город Володин. Сейчас нет. Не знаете. А вообще кого-то из депутатов областного? Пока работала в государственном учреждении, всех знала. А сейчас нет. А вообще кого-то назвать из тех, кто сейчас депутат? Можете сказать одну фамилию? Кого-то из депутатов вот местных знаете фамилии, имена? Гордума. Облдума, какие-то можете назвать фамилии? Ну, Исаев, он, по-моему, председатель гордумы, да? Сейчас. Облдума, спикер облдумы. Он облдума. А. Да и все, наверное. Сейчас не по. А Литневская. Она депутат облдумы, да? Совершенно верно. А по тому округу, где вот вы живете, знаете, кто ваш депутат? Честно, нет. Кого-то из депутатов городской или областной думы знаете фамилию? Кого-то нет, можете, никого не а знаю. Вот от вашего округа, где живете, хоть кто-то знаете? Нет. Вообще никого. А фамилию какого-нибудь депутата? Ну, любого. Кроме Володина никого не знаю. Нет, не знаю. Был хороший депутат, нет. А фамилию не помните? Помню. Чернов. Ни местных никаких не знаю. А федерального уровня? Не знаю. Панков, Пьяных. Он заканчивал Пьяных, заканчивал техникум железнодорожный. Скажите, пожалуйста, вот как местный житель, кого-то из депутатов знаете в Думе? Областная, городская, никого? Из депутатов местных можете фамилию кого-то назвать? Облдума, гордума? Нет. Ни одной. А вот местных депутатов кого-то знаете? Нет, не знаю никого. Нет, затрудняюсь. А вообще любую фамилию депутатов? Нет, не подскажу, извините. Бондаренко Николай? Ну его, по-моему, уже нет его, да? Нет, уже не депутат. Жаль, да. А вот еще вспомните? Ну нет. Таких, которые ничего не делают, я их не знаю даже. Муж знает. Фамилию какую-то вспомните депутата? Облдума, гордума, местного вот здесь, на вашем районе? Не могу. А вот сейчас вспомните фамилию депутата? Вы будете? Не могу. Знаете ли фамилию депутата какого-нибудь местного? Ни одного.